4 августа в аэропорт Домодедово прибыл специальный рейс МЧС России с жителями Украины. Они были направлены в Рязань, а по прибытии размещены в школе-интернате номер 2. Вынужденных переселенцев в нашем городе много. На данный момент в пунктах временного пребывания находится более 300 человек. А также, это далеко не полная цифра, порядка 2000 переселенцев находится у родственников и знакомых. Прибывающим оказывается обязательная помощь. К работе с беженцами подключаются все ведомства. Министерство социальной защиты населения, Министерство труда и занятости, Минздрав, Управление Федеральной миграционной службы. В первый же день люди осматриваются медработниками и получают необходимую медицинскую и психологическую поддержку. Проводится работа по социальной адаптации, предоставляется временное жилье, вакансии по трудоустройству. Совершенно различные специальности, это то, о чем я знаю, да? Совершенно различные желания по трудоустройству. Ну, как правило, те, кто хотят работать, действительно работу находят, вакансий много. Потребность людей в гуманитарной помощи, по словам Ольги Постниковой, учитывается конкретно по каждой семье. Наталья Ивановна приехала со всей семьей. Говорит, что нравится наша природа, погода и город в целом. Рассказывает, что встретили хорошо. Сразу накормили и приютили. В планах остаться и найти работу. Мы надеемся остаться, конечно. Вот. Я так вообще хочу принять гражданство России, поскольку я родилась здесь, в городе Новошахтинске, Ростовской области. Поэтому я как бы чувствую себя русской. Вот. А дети мои, вот, дочка и муж, они будут работу искать. Наталья с мужем Андреем и двумя детьми в нашем городе уже почти 2 недели. Довольны тем, как приняли. Рассказывают, что даже возили в музей Есенина и в кино. У нашего города есть все шансы стать второй родиной. Конечно, хочется найти работу и детей устроить в школу и детский сад. Вообще тут вот директор, здесь хорошо, хорошая женщина. Вообще тут коллектив хороший. Ну, как бы нам всегда помогает. Что попросим, все делать. Просто вот одна проблема в ФМС, и мы просто не можем ничего сделать. Это вот мы самое главное для нас. Что тут сказать? В последний раз Рязань принимала беженцев, наверное, во времена Великой Отечественной. А потому трудности различного рода вполне естественны. Однако местное начальство пытается оптимизировать работу с беженцами. Так уже завтра в нашем городе пройдет ярмарка вакансий.